Работа с жирафом. Всегда хотели попробовать. Наконец приобрели. Да, кстати, бюджетная версия жирафа, кто может, захочет или сомневается в приобретении этой штуки, как бы советую. Какие минусы работы с этим жирафом? Он как бы тяжеловатый, но, по крайней мере, ребята, маляра, штукатуры, кто вот шлифует, блин, либо вот более дешевыми, там, какими-то круглыми вот этими шлифовалками, машинками, там, квадратными. Вот. Пылесос нормальный, бюджетный жираф, и для начала, ну, то есть, упрощает работу, да. Ну, короче, вот, Катя, разводились. Согласен. Давай, включай, пожалуйста.